Сейчас прозвучит очень любимый мною романс Александра Вертинского «Ваши пальцы пахнут ладаном». Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. И когда весенний весенец, тихо шепчет диакон седенькой, за поклоном бьет поклон и метет бородкой реденькой вековую пыль с икон. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах теперь.